тебя взяли на роль подружки главной героини. И со 2 февраля начинаются съемки. «Хочу стать актрисой». Каждый год Марина Алышева загадывала подбой курантов одно и то же желание. И вот оно сбылось. Как у остальных ребят, которые пришли на новогодний праздник. И сегодня мы проводим благотворительную елку для детей, которые, ну, для беженцев и для детей многодетных семей, которые, ну, которым нужен праздник. Вот. К сожалению, пока в нашей стране имеют место быть такие, как бы, дети, ну, мы восполняем как можем этот момент. Хороводы, но не у елки, а у пальмы. Вместо снежной горки – целый скалодром. Впрочем, пушистая красавица тоже была. Около нее устроили фотосессию семья Бойко. Из Донбасса приехали несколько лет назад. Воспитывают 6 детей. У детей должно быть детство. Это очень важно. Для меня как для мамы, а для детей как для ребенка. Для них очень важно, чтобы у них было детство, чтобы они имели какое-то свободное пространство. Квесты, эстафеты, сладкий стол и, конечно же, подарки. Удивить ребят организаторам удалось. На батутах очень классные эмоции всегда люди получают. То есть это эндорфины, настолько здесь активно все проходит. Поэтому, тем более, они в такой компании большой сегодня. Активно провести время и поверить в свою мечту. Благотворители и дальше будут дарить радость детям. Впереди спортивные марафоны и праздники. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».